Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a wrestler. He stands 167 centimeters tall. His official weight, 59.9 kilos. His MMA record stands at 9 victories opposite 3 defeats. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan, here is Mirza Medin Bazilov. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 167 centimeters tall. His official weight, 60.15 kilos. His veteran's record stands at 17 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Manaus, Amazonas, Brazil, here is Maicon the King Silva. And our referee in charge of the action, Maxim Protasov. Максим Протасов будет обслуживать встречу Мирзамедина Пазылова и Майкона Силвана. Поопытнее будет бразилец, постарше на 3 года, рост одинаковый и незначительно больше размах рук. Еще несколько секунд ожидания. Готовы? Поехали! Ну что ж, мы уже отмечали это. Классическое противостояние стилей. Силван любит работать в стойке. Мирзамедин, наоборот, любит переводить с первых секунд. И вот первый подхват. Но Мирзамедину нужно быть очень внимательным, поскольку Силван выходит великолепно на гильотину. А Пазылов отдавал шею в момент проведения тейкдауна в своих предыдущих боях. Да, как свойственно бразильцам, лежа на спине, все хорошо у Да, Майкона битва Силана. Только начинается, когда их переводят. Обмениваются одиночными ударами, как машет Силван опасно. Лестка, но не точно по корпусу. Здесь на сдвоенном джебе пытается сблизиться Мирзамедин. Пока Мирзамедин все делает правильно, не форсирует события. Мидл кик, еще один. Но вот на дистанции не стоит оставаться, нужно ближе быть Мирзамедину. Работать на средней, ближней дистанции, резать углы и давать пространство Силвану. Причем Силван постоянно меняет стойки. Хороший удар с левой! Вот это атака! И ответный удар от Силвана! Быстро же восстановился Силван, поднялся и уже атакует в ответ. Прижался к сетке, пытается от нее отойти. Еще ответный удар, пошло добивание! Удерживает руки Мирзамедин Пазылов. Что происходит? Инициатива перехватывает сейчас Силван. Да, невероятное сражение уже в первом раунде. Просто ва-банк пошли. И тот, и другой будто вновь фулл-маунт. Удерживается очень плотно Майкон Силван. Вот здесь он будет держать позицию, конечно, до последнего. Но нет, подкручивается Мирзамедин, вроде бы в боковой контроль пересаживается Майко. Что, будет ли попытка проведения приема или нет? Пытался поставить ногу на голову. Локоть включает сейчас Майкон Силван. Мирзамедин вновь. Отлично! Выкручивается из положения, ответный проход в ноги, вернее его попытка. Защищался Силван. И вот сейчас бы выдохнуть обоим, но нет. Продолжается битва в стойке. Еще один боковой удар. Какая откровенная рубка в центре. Закачался опять Мирзамедин. Пропускает он абсолютно ненужные удары. Причем его призывают не рубиться, не идти ва-банк в открытую. Столько событий, что на поединок иногда хватит. Середина первого раунда уже миновала попытка пройти в эту ногу. Да. Держивается вроде бы сверху Силван, но нет, воспользовался этой оплошностью с его стороны Мирзамедин и пытается забрать корпус. Поднимается на ноги Силван. Ему это удается, и есть перевод! Амплитудно, эффективно, но не удается заправить крючки для того, чтобы оказаться за спиной. Полноценно смотрит в свой угол Мирзамедин, внимательно слушая то, что ему говорят. Боковой удар наносит. Очень спокоен и невозмутим бразилец. Тут же поднимается, знает, что ему нужно делать, как развернуться. Вставляет руку. Да, здорово просунул ее. Одну, и второй при этом разжимает захват. Да. Великолепно.
Полторы минуты до конца. Снова в стойке. Отступает тут же Мирзамедин. По корпусу пробивает мощный удар Сила. Да, просто как будто у нас битва во дворе где-то. Абсолютно не щадя никого, себя. Двойка! Пошатнулся сейчас Силва. Заплясали, заплясали ноги у бразильца. Лоу-кик. Разбито лицо. И здесь опять попадание от Мирзамедина. Там был бэк-элбоу роскошный от Силона. Но вскользь пришелся колено. И это только первый раунд, друзья, второго поединка на турнире ICA. Невероятное сражение. Что делают эти парни прижатым к сетке? Все-таки оказывается в ходе этого эпизода Майкон. И преследует его Мирзамедин. Падает сам, потому что обоюдно было. Снова в центре. Попытка достать двойкой со стороны сейчас Мирзамедина. Подхватывает корпус Силван. Прижал немножко Майкон. Положил руку на шею, но не стал пользоваться. Здесь слева, здорово. Боковой удар проходит у бразильца. Снова меняет он стойку. Но не пошел в атаку, понимает, что времени уже мало. Вот здесь могло все закончиться. Пазылов попал, и попал и Силван под самый конец. Демонстрируют друг другу уважение, порубились на славу. Ох, и не завидую я судьям, потому что абсолютно равный раунд с переменным успехом он проходил. Да, зрелище фантастическое. Это приятно смотреть. Бывают поединки очень разные с точки зрения накала. Вот здесь просто прямым в челюсть роняет. И здесь Силван боковым, четким, выверенным ударом заставляет подломиться ногам у Мирзамедина. Вот здесь с другого ракурса. И подскакивают наши коллеги. Смотрим еще раз. Да, просто хирургическая точность. Еще разок. Одно удовольствие. И вот тот самый вопрос, который меня сейчас больше всего волнует, я думаю, что и многих зрителей тоже, а будут также рубиться сейчас? Если остались силы, вопрос еще в том, насколько функционально готовы в таком ритме работать бойцы. Да, ну и попадания, они же все равно очень сильно сажают эту физическую активность, ориентацию в пространстве. Остановляется поединок, лоу-кик. Они будут рубиться, друзья. Давайте смотреть. Обоюдно. Колени, не знаю, попали в пах или нет, никто не жалуется, потому что некогда. Да, я, признаюсь честно, ждал, что Мирзамедин будет проводить тейкдауны. Но очевидно, что он смотрел поединки Майкона Силвана и видел, что тот постоянно выходит на гильотину, когда его переводят. Поэтому здесь изменил тактику и работает в стойке. Опять боковой. Да, опять попал Силван. До этого мидл был шикарный. Просто колено летящее со стороны Майкона Силвана. Бойцы оказываются у сетки. Да, блистательная работа. Время выдохнуть немного. Здесь поджимает Майкон Силван. Мирзамедина. Пазылов защищается, не дает бить по себе. Здесь все-таки. А есть. Еще один боковой. Жестко, быстрее здесь выглядел Мирзамедин и встретил опять туда. В окровавленный рот просто уже несколько ударов. Попадание есть. Хорошая левая, точная. Со стороны Мирзамедина. Шикарно выбивает опорную ногу, прихватывает шею. Будет ли гильотина со стойки? Пытается Майкон Силван выполнить удушающий прием. Глубоко, очень локоть заведен здесь. Все, по-моему, стучит, нет? Нет, пока нет, север-юг. Меняется позиция. Получает локоть. Да, браво, Мирзамедин выдержал, хотя получил очень два тяжелых удара прямо сейчас. Пытается пройти сквозь защиту сейчас Майкон Силван. Напоминаем, что на легчайшем весе первым номером рейтинга является Курбангаджиев. Ну вот эти ребята сегодня задали нам жару, конечно. Так, что там у нас? Травма, по всей видимости. Врач! Что случилось?
Да, по-моему, какая-то травма с коленом что-то, как мне кажется. Или стопа. Голеностоп. Майкон Силван уверен в своей победе, но пока радоваться, как мне кажется, рано. Посмотрим, давайте еще раз, что там было. Так, сместил вот здесь. Снял захват просто Майкон Силван и, видимо, повредил таким образом стопу. Да, ну и это вербальная сдача. Да, так что победа за Майконом Силваном. Честно говоря, досадно очень. Очень обидно. Ну как же так, такой поединок, который мы смотрели просто с упоением. Рубились очень жестко, очень здорово, да, с коленом проблемы. Скорее всего, это надрыв связок, раз такая дикая боль острая. Это может быть все что угодно, но в коленном суставе все очень тонко и очень нежно, особенно когда это постоянно под нагрузками. Конечно, конечно. И причем восстановление, как правило, очень длительное. Да, в который раз мы пересматриваем повтор, и все равно непонятно, что же там случилось. Да, вот уже заходят медики, потому что не способен на своих ногах покинуть сейчас клетку Мирзамедин Пазылов. Мы искренне желаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть с ним будет все в порядке. Пусть травма не будет серьезной. Да, и мы аплодируем вместе со зрителями, провожаем спортсмена. Он бился как настоящий лев, как принято говорить в бойцовской среде. Да, настоящий воин. Я уверен, что мы увидим его еще не раз. Но сперва восстановление. Ladies and gentlemen, our referee in charge, Maxim Protasov, calls a stop to this fight at 2 minutes 16 seconds into round number 2 for your winner by technical submission, Майкон Силва! Valeu, valeu, Brasil, é tudo nosso!